С компанией Lair я сотрудничаю уже год и два месяца. И, конечно, за этот год я получила просто огромные, ошеломляющие результаты в этой компании. То есть это за первые три месяца я получила Volkswagen Polo, за 10 месяцев своей работы я получила Mercedes C-класса от компании Lair. Ну и, конечно, доходы больше 100 тысяч в месяц. На самом деле у меня это очень легко получилось. Почему? Потому что здесь я вот в принципе советую многим людям увидеть те преимущества, которые дает компания. Почему в принципе я дала такой быстрый старт? Потому что я увидела одно из самых главных преимуществ, это то, что бизнес передается по наследству. Это то, что когда вы поработаете несколько лет, и вы можете готовый бизнес передать своим детям. Детям, там, сестре, брату, родителям, то есть это от вас зависит. Второе преимущество, это, конечно, то, что вы вышли на уровень пассивного дохода. Это когда вы поработали в компании год, два, и вы можете больше не работать. То есть этот уровень тоже есть. Ну и увидев, конечно, эти преимущества, я начала рассказывать активно своим первым знакомым. И за первый месяц я привлекла 4 партнеров, которые дали такой быстрый рост моей группе, моему бизнесу. Я считаю, что это не трудно. Почему? Потому что есть продукт, опять-таки, как повторюсь, наверное, продукт, который нужен каждой семье. То есть это тот продукт, которым мы пользуемся каждый день. И, во-вторых, конечно, это то, что продукт, который качественный. То есть продукт, который имеет сертификацию от таких крупных компаний. Поэтому я считаю, что это совсем не трудно. Мне это далось легко. То есть самое главное — увидеть преимущество и начать рассказывать это людям. Очень интересное мероприятие. Хотим познакомить людей с новой немецкой компанией, с великолепной качественной продукцией. То есть мы несем сюда очень хорошие новости. Конечно, надо обязательно делиться хорошей информацией не только с московскими жителями, но и с разными городами России. Поэтому мы здесь сегодня всю себя готовы отдать, всю информацию, которую знаю, обязательно с ней поделюсь с людьми. Заинтересовала. Хочется действительно. Страшно немножко, правда, все равно это внутрь. Попробовать надо. Да, попробовать хочется. Соблазнили, да, действительно. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Да. Нас пригласила Татьяна как раз из Сакалы. Да, у меня подруга, и вот мы вместе пришли. Да, очень интересно просто послушать. Действительно, немецкая косметика заинтересовала, потому что качество, чистота, выработки этой косметики, да? Вот. Надежность. Надежность, да. Ну и, естественно, заработок. Довольно-таки простой. То есть попутно можно заниматься своими какими-то делами, да? Также работать, там, имея оклад где-то там, в компании, да, и заниматься распространением, ну, грубо говоря, распространением этой косметики. Вот. В принципе. Ну и также самой пользоваться, конечно. Да, очень понравилось. Я думаю, будет интересно поподробнее узнать. Пока еще не могу ответить на ваш вопрос. Я еще подумаю, но продукцию приобрету точно. Из парфюма мужской линии и, соответственно, для себя любимый крема. Наша компания готова предложить вам зарабатывать денег, и при этом не требует от вас никаких вложений, а только предлагает вам доступную прибыль от прямых продаж и возможность зарабатывать на своей команде. Мы научим вас привести команду за собой. У меня у самой 3 детей, и я домохозяйка. А компания дала мне возможность почувствовать себя человеком, который не только находится дома с детьми, а общается с успешными людьми и помогает мне почувствовать себя успешным человеком. Я имею возможность каждый день получать удовольствие от работы в этой компании и при этом уделять время своей семье. Имеем вам сказать.